Так, начнем сегодня с игры, которая называется Basketball. Она, по-моему, не фуллскрин открывается, надо будет проверить. Так, смотрим. А, что-то отобразилось. Серега, здорово. Здорово, Серег, Том Сойер, привет. Так, сразу по музыке скажите, мне нормально игру слышно? Запускаем таймер и погнали сразу по ходовой. Не успел сбегать, так в чем дело, Том Сойер, еще есть возможность. Так, у меня что-то игру вообще нифига не слышно. Ну, так нормально. Игра сделана в студии Bean, называется Basketball. Прикольное название. Да, Total Recall, что-то новенькое. Так, тут есть правила, опции. Давайте посмотрим. Фуллскрин активирован, особые эффекты, аудио, дата, все нормально. Никаких уровней сложности нет в игре, можно в принципе стартовать. Первый дриблинг, сцена первая, поехали. Привет, привет, Настя. Бодрости духа никакой нет. Только сейчас сказал ребятам, что... приехал с пляжа и поднялась температура до 38. Такая вот ерунда. Сын? Такая заставка в прикольном стиле. Ты все еще со мной? Вот же он. Покажи мне, как ты умеешь бегать. Покажи мне работу своих ног. Мне нужно сделать это вновь. Да, теперь покажи мне, как ты умеешь задерживать бросок. Отец, я смогу летать так же, как ты? Когда тебе понадобится летать, ты сможешь. Сейчас, ребятки. Но сейчас мне нужно, чтобы ты показал, как умеешь скользить. Отлично. Ну, типа обучение, в общем. Теперь бросай. Музыка классная, Том Сойер. Музыка здесь вообще... музыка вообще четкая. Новатор, приветствую. Никита, здорово. Илюха, нифига себе. Илюха классно исполнял. Я ВК тебе забыл написать. В общем, виртуоз вообще. Вообще виртуоз. Не останавливайся, продолжай в том же духе. Официально заявляю, хочу тебя прибить. Что случилось, леди, что случилось? Да, музыку пока оцените, ребятки. Я не знаю, Настя, разболеюсь или нет, но, честно говоря, мне сейчас вообще хреново. Здорово, Вова. Привет. Бросок, отлично. Игра в интересном стиле. Графика. Графика, музыка. Так, первый. Ладно. Первый противник. Отлично, трехочковый. Но засчитываться будет по одному. В общем, у пацана есть мечта стать великим баскетболистом. Отец его обучал. Вот у них дочь родилась, кстати. Познакомься с новым членом нашей семьи, Белль. Закончил 31... Так. Белль, возьми этот подарок. Это не особо много, но в любом случае держи. А для тебя, сынок, у меня есть этот прекрасный мяч. Теперь он твой. Голову выше. Закончил 31-дневную вахту психушки. До виртуоза далековато. Классно, Илюх, классно. Особенно сочинение. Я, конечно, в нотах не особо разбираюсь, но прикольно. Отлично, броски пока прям на загляденье. Монстров надо обманывать, так просто забить не получится. Мне еще нравится, как slow motion запускается. Ух ты, не забил. Ну, тогда наверняка что. Новатор, ты сегодня вообще, смотрю, в настроении. Секретная инфляция, инфляция, леди, прости, пожалуйста. Basketball. Теперь бросай. Сестру тоже хочет втянуть в это дело, играть в баскетбол, научиться.
Ай, так близко. Я возьму. Оставайся здесь, хорошо? Хорошо. Дочка, похоже, вся в бате. Ничего страшного, новатор. Такие эмоции я разрешаю. Виктор, приветствую. Уже врезал 250. Новатор, не рановато ли ты отмечать начал? Бежим искать мяч. Мяч куда-то далеко улетел. Дочка так неплохо швырнула. Жаль, только в кольцо не попала. В общем, игра в своеобразном стиле. Все, мячик забрал. А дочки нету. Сестра пропала куда-то. Би? Леди, не обижайся, правда. Ну, даже Twitch так рекомендовал. С повышением популярности канала. Чем больше зрителей смотрит, тем надо чаще следить за... Ух ты, как он швырнул, нифига себе. Попал. Монстр начинает догонять. Ты геймбой на Миднафине, да? Опа, отлично. Геймбой, да, Total Recall на Миднафине. Я вообще стараюсь как можно больше консолей играть на Миднафине. Крутой бросок. Ну? Отлично. Четкое попадание. Вообще, ценовая политика, она такая гибкая на самом деле. Я иду к тебе, Белль. Держись. Короче, монстры похитили сестру. Теперь главная задача — освободить Белль. Димана, Дэмиан, привет. Кинслейер, здорово. Это уже игра, Вова, это уже конкретная игра. Кошмар, какой монстр здоровый. Еще и заглотил нас. Попадаем внутрь какого-то монстра. И здесь игра приобретает немножко такой... Дайте-ка мне мячик. Здесь уже надо подумать, как преодолевать препятствия, чтобы выбраться из монстра. Бурлить начинает. Леди, все будет хорошо. Как минимум месяц цены меняться не будут. Так, а вот здесь... Ага, здесь надо успевать. Ну? Отлично, попал. Если не забьем мяч в корзину, дальше продвинуться не сможем. Отлично. Лиза, Цыца, привет. Ребята, я, к сожалению, сегодня не в форме. Пока так и не получилось сбить температуру. Но стрим уже... Объява была, поэтому отступать некуда. Так, здесь тоже забили, можно продвигаться. Платформы рушатся некоторые. Вот, видите, в некоторых моментах нам блокируют. Блокируют бросок. Поэтому приходится вот на такие кнопки нажимать. Быстрее, быстрее, ой-ой-ой. Немножко управление такое размытое, надо попривыкать. Давай, 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 давай! Есть, в последний момент успел забить сейчас. Первая игра, ребятки. Первая игра на сегодня. Постараюсь все-таки три игры пройти. Это страшно. Не настолько, насколько ты думаешь. Что если я упаду, тогда я тебя поймаю. Что если ты упадешь, тогда мы упадем вместе. Отличный бросок. Ну, это воспоминания, как он учил, видать, играть ее. Так, ладно, продвигаемся. Прикольная сумка, кстати, у героя. Задвигаем. Ой-ой-ой.
Так, а здесь что? А, наверх, понятно. Вот так вот, Димана, так получилось. Есть, отлично. По-моему, надо 11 забить, чтобы выбраться из монстра. Продвигаемся. Григорий, привет, спасибо. Спасибо, Григорий. Это не морковка. Ой-ой. Ой-ой. Так, а здесь пока непонятно. Так, там какое-то препятствие блокирует. А, вот оно. Так, надо успевать. Надо успевать. Отлично. Насчет короткости игры не знаю, Илюха. Посмотрим, как пойдет. Вообще, чем легко ПК-игры играть, у них официальные сохранения, как правило, у большинства игр. В этом плане на ПК, конечно, попроще играется. Ой-ой. Играю, кстати, на грибочках, немножко непривычно. А, я поторопился. Хотя нет, нормально. Вот так и надо было проскакивать. Еще один слэм-данк, отлично. Музыка классная, ребят. Там подальше в игре еще поприкольнее будет, насколько помню. Кстати, я проходил ее где-то года 4 назад последний раз. Посмотрим, хватит ли мне воспоминаний, чтобы не заруинить битву. Благомир, приветствую. Привет, Благомир. Не так часто ты у меня бываешь. Ой, отлично, прорвался. С подкатами проскочил. По-моему, последний остается. Еще одна загадка, и все. Причем самое сложное. Здесь надо как-то... Так, мячик здесь, допустим. О-о-о! Так, допустим. Ой-ой-ой, назад вытолкнуло. Фига себе, здесь надо мечом попадать. Давай, давай, давай. Будущая звезда мирового баскетбола. А, я тут тороплюсь, не успевает взять. Не успевает мячик взять. Там еще и точно попадать надо. Да, Илюха, на грибочках играю. На крестовине попроще. Но эта игра, по-моему, не поддерживает крестовину. Давай, 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 давай. В принципе, понятно, как последнее испытание пройти, но только... Только откуда же кидать надо? Может, здесь? Ой, отлично, на тоненького. Прям как раз залетел. Да, если кто кушает, приятного аппетита. Так, а здесь ее, походу, не надо. Что-то проскочи уже. Что он не хочет проскакивать, не могу понять. О, наконец-то все, отлично. Вообще не говорит Total Recall, вообще. Ну, скажем так, нестандартная игра. Это вроде как и не платформер, и не бродилка, и не спортивный симулятор. Тут как-то все вместе понамешано. Ваше здоровье, ребята. Гаррет, здорово. Здорово, Гаррет. Так, очередной монстр. Ну, первый бросок несложно было забить. С каждым забитым мечом монстр звереет. У него какие-то новые приколюхи появляются. Ух ты, блокировал.
пускает, сволочь. Давай. Есть, проскочил. Сложная игра будет, если на аналогах непривычно. Ну да. Да, Григорий, все верно. О, сразу трайпл килл. Отлично. Сразу тройной бросок залетел. Реквест новый придумал, но не торопись. Главное, чтобы ты был здоров. Спасибо, Благомир, спасибо. Спасибо, ребят. Ну, я сам не ожидал, что... Я вообще крайне редко болею. И как-то получается, что летом болею чаще, чем в другие времена года. Это тоже удивительно. Ага, выставил щупальцу, не пропускает. Как же тут бросить-то надо? Опять не попал. Не могу понять пока. Не хочет забивать. Видите, он меня держит, еще и щупалец понаставил всякие. Ладно, все-таки где-то издалека надо бросать. Не, ну музыка классная, конечно. Музыка вообще шикарная. Есть. Отлично. 10. По-моему, сейчас последний осталось забить. Все, просто разрываем монстра. Даже щупальцу его оторвали. Надо было тебе зареквестить на музыкальную тематику, уже и не поменять ведь. Ну, при желании, Илюха, можешь, конечно, поменять, но... Я, может, в ближайшем времени пройду твой реквест. Тогда менять не придется, просто новый впишешь и все. Монстров тут многовато, Илюх. Отец, ты? Что-то ты запозднился домой. Я не могу сейчас вернуться. Почему нет? Я не могу летать, не так, как ты. Конечно же, ты можешь. Но как? Я никогда не пробовал. Ты всегда мог. Просто продолжай прыгать. Отлично, отлично. Новатор, сплюнь. О, ребята, музон. Зацените музон. Мой любимый музон в этой игре, кстати. Я пока монстра-ворону преследую. Давненько жду реквестики свои. Ну, Илюх, ты пока не так часто бываешь на стримах. Я понимаю, учения, все дела. Что, давай не бросай эту тему. Ой-ой-ой, облака тормозят так сильно. Вроде птица совсем рядом, но все равно не могу достать. Во-во-во-во, давай. Отлично, ускорение. Ладно, продолжаем лететь. Летит прыжками, забавно. Кошмар, я сейчас сижу как в бане как будто. И ведь ничего не включить нельзя. То продует, вообще страшно станет. Гаррет оценил. Спасибо, Гаррет. Не знаю, мне нравится. Я вообще балдею. Еще одно ускорение, летим. Птица тоже ускоряется, сволочь. Когда я ускоряюсь. Что-то непогода страшная. Надеюсь, стрим не лагает сейчас. Что-то слишком много объектов. Ой-ой-ой. Давай, догоняй. Долгая секция, кстати, достаточно. Птицу, естественно, молния не дамажит. Кто бы сомневался. Две подряд поставьте, конечно. Давай, догоняй.
Еще одно ускорение. Ой-ой-ой. Еще одно ускорение. Они прям подряд идут. Седьмое уже. Есть, на седьмом ускорении догнал. Она не столько замедляет, Григорий, сколько откидывает. Неприятный момент такой. Маленькая жертва, большего пока нет. Дарю жертву свой скилл за сохранность ресниц. Так, очередной монстрило у нас тут. Нифига себе башня какая. Так, у него есть слабые места. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Нифига себе откинуло. Держи. Да что-то не могу пробраться никак. О, наконец-то. Есть первое очко. Rhythm Heaven, Paradis, хочу, прошел. На какую консоль хоть, Илюха, скажи? На какую консоль хоть играю? Так, сейчас у него слабое место где-то вообще вверху. Он их постоянно меняет. Еще дальше бросать надо. Так, ну-ка, если с вот этого блока. Не достал, еще дальше. Значит, отсюда где-то. Опять не попал? Как так? Wii U? А как я буду ее проходить, Люк? У меня же нет этой консоли. Есть, проскочил. Проскочил, отлично. Димана какие-то опросы опять сделал. Геймыч, привет. Франшиза Nintendo есть на Wii. Wii эмулится. Ну, Wii, Nintendo Wii, я знаю, что эмулится. Я помню, Resident Evil какой-то запускал. Так, что-то монстр злится. Че, опять сожрет, что ли? Кошмар какой. Че вообще происходит? На, он его схватил. Бель? Извини, парень. Имя Квин Би. Ну ты же моя сестра. Что говоришь? Давай, вперед, пошли домой. Слушай, я не Бель. Ты не помнишь меня или отца? Ты не моя семья. Здесь моя семья. Тебе промыли мозги. Эти создания никак не относятся к твоей семье. Пойдем домой. Я дома. Хватит причинять боль моей семье. Но если ты хочешь, я здесь. Я могу сыграть с тобой. Да, Бель разрывать будет, конечно. Бель будет просто уничтожать. Ух ты, хитрая какая. Я ждал ее броска, она ускорилась просто. Ладно, 2-0. Читерная какая-то. Просто шансов не оставляет. Ты гораздо лучше, чем я помню. Первые впечатления. Бесполезняк вообще, 4-0. О, промазала, неужели? Ну хоть один забью. Хотя бы один забил. 1-4. Мой ход. У меня есть твоя сумка, что? Я думаю, тебе она понадобится. Я не помню сумку, что? Все, начинает вспоминать. Я не здесь, пошли домой. Монстр схватил, тоже понял, что что-то подозревать начали. Бель. Так. Здесь тоже лететь надо. Ладно, полетели. Эти кольца лучше не пропускать. Кстати, здесь еще и лучшая концовка есть. Ни в коем случае нельзя вот эти кольца пропускать.
монстры еще какими-то будут кидаться непонятными кусками строений каких-то. Ой-ой-ой, чуть не попал сейчас. Она еще с ГБА пошла, еще и на Game Boy Advance была, нифига себе. Давай, давай, Пеп, паренек, надо спасти сестру. Второе кольцо. Полетели. Она... Это вам не во Флинстоунах баскетбол выигрывать. Хорошее сравнение, новатор, кстати. А! Нифига меня откинуло, нифига себе прилетело. Ой-ой-ой, две подряд. Он по две начал, он лютует. Сразу по две штуки кидает. Ой-ой-ой, что творится. Ой-ой-ой. У японцев с другим названием была, на 3DS сборник. Ритм игры вообще до сих пор ни одной пока не играл. Так, еще одно кольцо, полетели. Всего лишь третье. Всего лишь третье кольцо. Да как задело-то, блин? Так могу и не успеть еще. Ой-ой-ой, сейчас вообще чудом не задело. Ой-ой-ой. Кошмар, вообще лютует. Еще кольцо, отлично. Всякое могут подсунуть, она жесткая. Летает, лютует. На досуге можешь геймплей посмотреть. Там всего две кнопки используются. Rhythm Heaven Fever. Сначала, Илюха, мне надо выздороветь. И после трех ПК-игр... О, горб какой-то появился. А, задерживает. Задерживает, гад. Горб надо перепрыгивать, короче. Держи. Ой-ой-ой, еще и сестру стал выкидывать. Так, головокружительный момент. Отличные подкаты, пробую еще. Давай, давай, маленько осталось. Держи. 7. Злится, злится, монстрила. Эйфелеву башню ломает. Но зато сестру освободили. Да, леди, тут вообще ужас, что творится. Все, начинаем сматываться отсюда. Сейчас главное кольца не пропустить. Есть, одно взял. Ой-ой-ой. Красивый фон, кстати, параллакс такой забавный. Так нечестно было. Он щупальцей махнул, а с другой стороны была преграда какая-то. Летим. Яна, приветствую. Рокретро, здорово. Привет, ребятки. Первая игра на сегодня, но из-за температуры не знаю, насколько меня хватит. С меня бежит, как будто я в бане сижу сейчас. Хотя дома прохладно на самом деле. Ай-яй-яй, брательник, держись. Вообще похоже на Osmosis Jones. Это что такое, Илюха? Ой-ой-ой. Верхушка статуи все ближе. Ну где, где это кольцо? Отлично. Все. Отличные движения у вас обоих. Мы практиковались весь день. Да, я голодна. Ну что ж, тогда время пообедать. Единственное мясо, которое я сделал. Ты снова его спалишь, как в прошлый раз? В этот раз я выставил таймер. Все должно быть хорошо, мне кажется. Возможно. Хорошо. Так вы научились летать?
Ваша мама гордилась бы вами, знаете? Знаем. Кстати, когда мама придет? Чуть позже, дорогая. А когда наше следующее приключение? Океан, горы. Как насчет звезд? Точно. Вперед. В общем, тоже игра такая, достаточно в таком стиле. Ну, я не знаю, жанр тяжело и определить. Такая игра, ребятки. За полчаса, в принципе, управился и на лучшую концовку. Если бы я не все кольца собирал, концовка была бы другая. У них диалог совсем по-другому выстроился. Сейчас настолько настроение, чат готово завалить сердечками. А что случилось, Яна? Откуда такое настроение хорошее?